В минувшие выходные магданские предприятия «Галутык» и «ЗХ» перешли на усиленный режим работы. В субботу, 28 марта, в городе началась сильная метель, поэтому по дорогам и дворовым территориям в областном центре проехать сложно. Коммунальная техника работает по основным городским маршрутам. За последние сутки вывезли около 700 тонн снега. Обычно мы работали в три смены. Смены объединились, вот сейчас поэтому у нас усиленный режим. Всего на линии в данный момент 41 единица техники. Ведется расчистка улиц Вострецова, в планах перейти на улицу Карла Маркса. Также расчищается частный сектор 12-13 километра и частный сектор Нагаева. Также выведена линию 5 роторов для расширения проезжих частей. По словам работников коммунальных служб, основная трудность расчистки дороги – транспорт. Автолюбители не всегда оставляют свои машины на парковочных местах, что мешает снегоуборочной технике. Работники комбината зеленого хозяйства чистят тротуары и межквартальные проезды круглосуточно. По их словам, объявленный карантин на учреждении не распространяется, поэтому убирают снег в усиленном режиме. Мы не ушли ни на какие выходные, ни на какие оплачиваемые, потому что мы, как организация, обеспечивающая бесперебойную работу, работать продолжаем. Например, сегодня задействовано 22 единицы техники, которые осуществляют первичную очистку тротуаров, межквартальных проездов, которые не относятся к дворовым территориям, обеспечивают подъезд к контейнерным площадкам для вывоза мусора, а также к единственному садику, который работает у нас, именно 66-й, тоже к нему проезд мы расчистили. Как говорят коммунальщики, главное – обеспечить магаданцам возможность пройти и проехать. 72 человека расчищают колымскую столицу от снега вручную. Основная задача такой работы – убрать лестницы, выходы на пешеходные переходы, наиболее травмоопасные места. Ночью коммунальщики вывезут снежные кучи с перекрестков.